Скоро Новый год и пора думать о подарках. Готовые аквариумные комплекты представляют собой идеальное решение, хотя бы потому, что это уже полноценный подарок. А благодаря небольшому размеру его удобно расположить на столе. В зоосети «Стрелка» можно найти огромное количество аквариумов, которые идеально впишутся в любой интерьер. Аквариумные наборы содержат все необходимое. Сам аквариум, аквариумную подложку, защищающую от неровности поверхности, аквариумное стекло, защищающее от поверхности от пыли и выпрыгивания рыбок, внутренний фильтр и светильник. Сам аквариум содержит все необходимое. Вам будет нужно только купить декорации и выбрать рыбку. В маленьком аквариуме обязательно должен быть грунт. Он может быть искусственным, но лучше выбирать натуральный. Растения тоже не помешают. Они не только регулируют биологические процессы внутри аквариумной системы, но и служат укрытием для рыбок. В таком маленьком аквариуме можно выбрать любые растения, которые подходят по размеру. Можно поконсультироваться у специалистов в зоомагазине. Они подскажут растения, которые не вырастают больших размеров. Самые распространенные – это анубиусы, это перистолистники, это длинностебельные растения, ну, в общем-то, широкий ассортимент. Вода для наполнения аквариума используется водопроводная, но так как в водопроводной воде содержится хлор и различные примеси, то необходимо добавление специального средства – кондиционера для воды «Сероакутан». Он незамедлительно нейтрализует действие этих веществ, качественно очищая воду. Для такого небольшого аквариума очень важно биологическое равновесие. Его созданию способствует серонитрилек. В состав входят специальные компоненты, которые помогают очищению воды, и специальные бактерии, формирующие в аквариуме естественную микрофлору. Рекомендуется использовать серонитрилек во время обустройства нового аквариума при подменах воды, а также после внесения лекарственных средств. Согласно объемам аквариума выбираются и обитатели. Прекрасными кандидатами считаются небольшие рыбки, креветки и улитки. Маленький аквариум нельзя перенаселять, а рыбки должны быть схожи по поведению и небольшого размера. Несмотря на маленький размер, ухаживать за таким аквариумом легко. Еженедельно нужно подменивать воду и смотреть за внутренним фильтром, то есть очищать его. Как бы если делать это достаточно часто и регулярно, ваш аквариум всегда будет чистым и красивым. В целом, обслуживание маленького аквариума занимает приблизительно 20 минут в неделю. В Новый год и аквариум необходимо сделать праздничным. Для этого нам понадобится растение и новогодний декор. Новый год приближается, в преддверии Нового года мы будем делать новогодние композиции в аквариуме. Нам понадобится сам аквариум, грунт, растения и новогодний декор. Новогоднюю композицию мы начинаем с засыпания грунта. Грунт у меня натуральный, кварцевый, подготовленный. То есть он уже промыт водой от какой-то взвеси и примеси. Абсолютно чистый грунт. Засыпать мы его будем просто на дно аквариума. Слой грунта должен быть не более 3-5 сантиметров. Но нам нужно только закрыть дно. Так, грунт мы немножечко потом поправим. А сейчас мы его просто разровняем с акцентом на заднюю стеночку. Все, грунт у нас насыпан, он готов. Далее мы выставляем наши декорации. Используем, значит, мы декор, это натуральный камень. Будем его устанавливать согласно нашей композиции. Камни подготавливать специально не нужно, достаточно просто помыть их водопроводной водой от пыли и грязи. Сейчас мы будем делать импровизированную елку из аквариумного растения. В преддверии Нового года, новогодней тематики, нам понадобится само аквариумное растение, нам понадобится вот такая вот основа в виде елки, и нам понадобится декор новогодний. Мы берем нашу основу и приматываем к ней наше растение. Значит, вот у меня уже готовая елочка с растениями, основа, и сейчас мы здесь уже наклеили специальные бусинки обычным клеем. Сейчас мы будем устанавливать наши декоративные элементы в наш аквариум. Дальше. Устанавливаем оленя. Сюда. И устанавливаем нашу елочку.
Наши декоративные элементы все установлены. Сейчас мы будем заливать водичкой. Водичку мы используем обыкновенную, с водопроводной, летней температуры. Для того, чтобы убрать из водопроводной воды все растворенные в нем хлорэлементы и тяжелые металлы, мы используем специальный кондиционер «Сероакутан». После того, как мы добавляем кондиционер, мы добавляем еще одно средство, называется «Серонитривек», которое обеспечивает нашу воду полезными бактериями и делает ее благоприятной биологически для жизни рыбок. Для того, чтобы не размыть наши декорации, когда мы будем заливать воду, мы используем обычный полиэтиленовый пакет. Он позволяет нам сохранить нашу композицию. Значит, мы наливаем водичку. Аккуратненько. Наш аквариум почти готов. Перед тем, как запустить сюда аквариумную рыбку, не забудьте поставить светильник, обогреватель и фильтр. Если вам некогда воплощать дизайнерские задумки, вникая в особые детали, то всегда можно купить готовый набор для аквариума с уже готовым оформлением рыбами и растениями. И сделать это можно в зоосети «Стрелка».